Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Call of Duty 1. Итак, секретный приказ по части. Штаб, так, парашютно-десантного полка в Остоне. Так, задание. Штурмовать и вывести из строя артиллерийскую батарею противника. Занять и удерживать главный перекресток. Выполнение. Для ночной операции будут выполнены три отряда. Цель операции – уничтожить главную угрозу со стороны противника. Занять и удерживать перекресток, чтобы обеспечить главным силам беспрепятственное продвижение на фой. На фой? На фой. Ну, я думаю, на фронт, наверное, хотели написать. Первый и второй отряды – штурмовать батарею и фермерский дом. Третий отряд занимает перекресток. Все три отряда встречаются в точке рандеву на перекрестке, чтобы обеспечить выполнение боевой задачи. Какая прелесть. Сражение за выступом. Джентльмены, встречайте сержантов Босса. Шонса и Рамиреза. Вам будут помогать их отряды. Проинструктируйте их. С удовольствием, сэр. Здесь везде довольно погано, смотрите сами. Ну что? Рамирес, вы и ваши парни ударите по перекрестку южнее фоя. Есть. Джонс, вы и ваши люди присоединитесь ко мне западнее во фланговом бою. Леса здесь и здесь сильно заминированы. К тому же есть пара 88-х и здесь, внутри большого фермерского дома. У тебя почему пики-то на голове? Пункт. В этом секторе мы потеряли патруль. Из бременских музыкантов, что ли? Благодарю, сержант. Большие шишки хотят, чтобы 11-я бронетанковая была в фойе к завтрашнему закату. И мы должны уничтожить все, что между ними и фоем. Вопросы? Нет, нет, сэр. Удачи, господа. У отбросов увидимся, нет вопросов. Обед за мой счет. Да сейчас. Больно! Ну что же мы наделали? Что же натворили мы? О боже. Что? Я отморозил свою задницу. Шевелись. Вы оба тихо. И молитесь. Так, минные поля. Достаточно скоро здесь будет очень жарко. Давай, вот сейчас вот. Они-то не нарвутся, надеюсь. Так. Укрытие! Прикройте меня, чтобы я смог его вытащить! Сержант уходит! Продолжайте стрельбу! Да. Ты падла, что еще не понял, что ли? Что там еще? Во-во-во-во-во-во. Так, задача выполнена. Что теперь, что, штурмуем? А, зачистите лес. Укрытие! Ложись! Пулеметчик. Чё, всё? Вчера на мотоцикле предупредить своих друзей. Надо двигаться дальше. Пошли! Подъем. Блин. Винтовку не перезаряжать. Автоматы, да, только перезаряжают. Получается, как засунул, так и все. Следуйте за сержантом Моди и отделением. Давай. Кто из вас Монди? Моуди. Почему вы раком бегаете? Жизнью погублено, что ли? Эй, сержант, не сейчас. Тихо, здесь кто-то есть. Килрой. Был здесь, и он может поцеловать меня в задницу. Ага, сейчас расцеловались. Парень, я так рад, что вы тут показались. Это же вы американцы только такие. Полным взводом с парой 42-х и 88-х. Страшновато. Готовы, парни? Давайте выходить на позиции, сохраняя тишину. А потом вможем по ним, прежде чем они узнают, что на них напало.
Ух ты, а чё так не выйти? Почему тут ограждение в лесу? Это наш парень. Ракеты! Идем направо! Оставайтесь за деревьями, они знают, что мы здесь! С какой стороны они? Во-во-во-во-во! Ну давайте сделаем определенное время. Подожди. Совсем дурачок. А я не могу, да, твое оружие подобрать? А нет, вот смотрите. Давай. Опа, 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 ох ты, ох ты, что я набрал. Так, это я... Ага, это не берется. Так как я хочу взять, он не берется. Тихо, тихо, тихо. Теперь знаем, что не надо так делать. Да, отойди, падла! Пока вы там без меня. Так. Спокойно. Спокойно. Где вы? Ну где вы там? Зачистите. Ага. Прекрасно. Шевелите! А, я его даже не заметил. Так, ладно. Он, значит, как доходит. Значит, он меня все время и гасил. Ладно. Мы тогда подождем сейчас. Вот так. Так, сойдет? Во. Мы должны попасть в этот дом.
Да попадем без проблем. Я вот еще аптечки. Я же не могу такой побитый прийти. А вы покуда попали-то? Укрытие! Почему? Второй отряд пошел с тыла! Отойдите вы, падлы! Раз вы сами не можете мы ничего сделать. Пленного. Похоже на офицера! Какого черта? Окажите ему прием! Я сейчас поднимусь. Давайте, да уничтожьте его, какие... Ой. Какие пленные? О чем это вы? Они нам разве нужны? Так, второй. Вау, тут еще аптечки. Хорошо, блин, где тут выход? Что-то темно. В этой проклятой армии кто-нибудь умеет говорить по-немецки? Я умею, сержант. Чуть-чуть. Товарищ Прехензидович. Я заклад, что вообще никак. Спроси его о нашем пропавшем патруле. Wir haben letzte Nacht einen Patrouillenstand. Was ist mit ihr passiert? Ich weiß nichts von irgendeiner Patrouille. Ach, nicht verstehen. Он говорит, что не знает. По зубам ему. Надо было спереди. Думаю, мы попробуем еще раз. Wo ist diese Patrouille? Im Schuppen, hinter dem Gebäude. Он говорит, что они за зданием. Хорошо. Тогда он сможет отвезти нас. Пошли. Опиздюйте его, будьте любезны. Американо! Шутите ли гефангенен! Спасите пленных союзников. Бежим спасать. Бежим. Потому стреляем-то. Мы не спешим, никуда не спешим. У нас еще куча аптечек. Тара-та-та-та-ра-та-та-та-ра-та-та-та. Так, а нет, перепрыгивать не надо. Че? Куда вы делись-то? Ой. Ну, винтовочки. Так. Приведите сюда врача, чтобы он помог раненому. Большая часть из нас должна отправиться к этому перекрестку, чтобы поддержать Ремиреза. Пошли! Давайте, почему ты... Вот, чем ты здесь сидишь? Мины. А. Ты что, живой что ли? Текс. Там мины. Шевелитесь! А что, ты нас подбираешь, что ли? А, спринт-то короткий, да? Давай, идем. Мне будет аптечку. Было бы здорово. Здесь плотный огонь, продолжайте двигаться! Ой. Продолжаем.
ней нам не ходить. Потому что в любом случае нас кучат. Смотрите, куда стреляете! Где они? Для того, чтобы куда-то стрелять, надо кого-то видеть. Давайте пойдем его слева и разрушим! Бьем, бьем, бьем! Блин, блин, блинский. Ладно. Наверху ранили! Смотрите, куда стреляете! Нормально пока. Сейчас потом темп перейдем. Как это поступило чисто, он до меня дошел? Итак, это я захватил. Следующий захват. Следующий. Неплохо. Ну чё? Не ожидал, да, что я здесь буду, а я вот такой. Сержант, к ним с запада идет конвой. С запада конвой. Так, и что, устройте засаду на конвой. Пойдем. Хмуриться не надо, ладно. Хмуриться не надо, ладно. Для меня то смех награда, лада. И когда состаришься и будешь бабушкой, для меня ты будешь... Блин, так куда идти-то, падла? Вроде правильно иду. Давайте, давайте, шевелите своими батонами. Не надо на меня одного рассчитывать. Бейте по дороге по моему сигналу. Я бы хоть гранатомет бы взял. Хорошо, парни, покажем им. Еще я куда расползся. Никто про танк не говорил. Где какую базуку эту взял? Где базука? Не понял. На ту сторону, что ли, должен куда-то, должен как-то. Где? Где, 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 где? Не вижу, не вижу. Так,
Ладно. Может, где-то что-то я не так понимаю. Так. Туда я смогу добраться? Я думаю, навряд ли. Здесь я в любом случае подрываюсь. Так, ладно. Эту, какую эту? Уничтожить там? Чтобы уничтожить там. Вот. Давай, подожди, подожди. Я вообще думал, что это... Давайте вернемся к перекрестку. Укрытие! Давайте. Так, а мне нужна вообще базука-то? Да ладно. Блин, там был. Кто он? СНГ, кто он? Как правильно это называется? Ну, тут тоже всякой нечисти хватает. Подождите, тут аптечки были. Если их, конечно, не забрали. Это что такое? Что за мазь? Звездочка. Ну. Итак, у меня есть один снаряд базуки. Ну, и что он мне отдает? Второго снаряда-то нету. Отличная работа, солдат. Прекрасная. Мы заберем их отсюда. Забирай. Моди, прикажите людям окопаться рядом с лесом на юге города и приходите на КП в 9:30. Бой сделано. 9:30, капитан. Вы слышали, парни? Вперед! Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока.